Имя легендарного борца Михаила Иванченко, заслуженного мастера спорта, трехкратного обладателя Кубка мира, чемпиона России и чемпиона Европы по греко-римской борьбе из года в год собирает в Одинцове лучших молодых спортсменов. Не стал исключением и нынешний, уже 10-й по счету турнир. Сейчас мы видим, что у нас на турнире больше 120 участников. Это уже говорит о том, что турнир с каждым годом растет и растет. Но, как мы и говорили, что наши спортсмены растут вместе с турниром. И те ребята, которые пришли к нам в секцию в 9-10 лет, сейчас им уже 16. И мы уже практически вот готовые защитники Отечества. Смотрим, ребята возмужали, окрепли. Так что есть на кого опираться. В Одинцово спортивное единоборство бережно культивируют. По каждому виду в течение года проводится минимум 2 турнира. А май в городском поселении Одинцово уже 5 лет становится своеобразным месячником единоборств. Борьба, самбо, бокс, армейский рукопашный бой и дзюдо. Он начался с 26 апреля, когда в Одинцовском гуманитарном комплексе провели фестиваль единоборств. И в течение всего месяца практически каждую неделю пойдут соревнования по единоборствам. Это символично, оно приурочено именно к Дню Победы. Турнир на призы Михаила Иванченко из года в год собирает лучших борцов из наиболее именитых спортшкол региона. Здесь в финале любой весовой категории можно видеть схватки по своей красоте и эмоциональному напряжению, достойные соревнований самого высокого уровня. Со своей стороны еще хочется огромное спасибо сказать администрации Одинцовского района и мэру Одинцова. Действительно, большая помощь и вложение с их стороны, потому что действительно, если мы не будем стимулировать и показывать, что ребята нужны, что именно они могут запомнить эти турниры своими призами, медалями, кубками. Это их память, которую они покажут уже своим детям, а со временем и внукам. Как всегда, наши одинцовские атлеты показали отличные результаты. Награды они принимали из рук известных тренеров и борцов с мировым именем. А это, как известно, отличный стимул для дальнейшего спортивного роста. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».